С вами Милана. Давайте рассмотрим вот такой эффектный, объемный, рельефный узор. Так узор смотрится с лицевой стороны, вот так с изнаночной. На этот узор мы набираем такое количество петель, чтобы было кратно 4, плюс 2 кромочные петли. Прежде чем мы приступим к вязанию данного узора, мы свяжем нулевой базовый ряд, который не будет повторяться. Набрали нужное количество петель, провязали изнаночными петлями и по лицевым петлям. Приступаем к вязанию основного узора. Кромочную снимаем и после кромочной отделяем 4 петли. Между двумя петлями вытягиваем косую длинную петлю, делаем накид и затем вот эти две петли мы провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Следующие 2 петли мы провязываем также 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Вот так. И так повторяем до конца ряда. Отделили 4 петли, вытянули косую длинную петлю, сделали накид и провязали 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Следующие 2 петли тоже провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Вот так. И так повторяем. Вытянули петлю, сделали накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку. И следующие 2 петли также вяжем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Далее второй ряд, кромочную снимаем и после кромочной 3 лицевые петли вяжем, одну петлю снимаем, нить перед работой, вот таким образом, и вяжем так до конца ряда. 3 лицевые, одну петлю снимаем, нить перед работой. Все, узор повторяется с первого по второй ряд. Базовый нулевой ряд не повторяется. И вот смотрите, что у нас получается. Вяжите сюда.